Показали и уровень профессионализма, и творческих устремлений, и просто вот широту души. Широту души, которая стремится к творчеству, к культурному познанию, к тому, чтобы в полном объеме представить свою профессию. И вместе с нами подумать о завтрашнем дне, о том, какими вы будете профессионалами. И нам показалось, что вы будете замечательными специалистами, замечательными руководителями, организаторами отрасли культуры. Мы можем сказать, ваши старшие наставники, мы с уверенностью смотрим завтрашний день. Мне кажется, у вас все получится, и будут замечательные проекты, будут замечательные достижения, и ваши имена прославят и нашу область, наш регион, и нашу Российскую Федерацию. Поздравляю нас от всей души. В начале торжественной церемонии награждения мы хотим от всего сердца поблагодарить партнеров и спонсоров нашей.